Дмитрий Рогозин проинспектирует сегодня космодром «Восточный». Вице-премьер должен осмотреть объекты пускового минимума и провести совещание со строителями. Ранее Рогозин критиковал их за низкие темпы подключения космодрома к коммуникациям, из-за чего первый старт с него пришлось перенести с декабря 2015 года на апрель 2016. Добавленное время, напомню, специалистам предоставил лично Владимир Путин, посетивший «Восточный» в середине октября. И сейчас на прямой связи с нами из Заморской области мой коллега Алексей Конопко. Алексей, здравствуйте. Насколько я понимаю, решение посетить космодром было внезапным. Какая в связи с этим обстановка царит на месте? Известен ли вам подробный план визита? Да, Павел, здравствуйте. Ну, наверное, подробный план визита известен только самому Дмитрию Рогозину. На то это посещение и проверка в том числе и внезапная. Но, по крайней мере, мы точно знаем, что посетит вице-премьер не только вот это помещение, в котором мы находимся сейчас, но и много других объектов на космодроме, в том числе и саму стартовую площадку. Ну, обстановка здесь, в общем-то, рабочая. Если это, конечно, можно вот такое мягкое слово применить именно к Восточному, поскольку здесь действительно работа идет в очень высоком темпе. Вот новости только последних дней. 3 дня назад запустили водозаборную станцию. Это очень сложная система, которая из артезианских скважин глубиной 40 метров выдает чистейшую воду, которая необходима для, в том числе, охлаждения всех систем. После этого запустили систему вентиляции. Это снова сложная же система, поскольку здесь не только воздух, но и удаление вредных примесей. Ну и, наверное, самое главное, то, что обещали сделать строители до 30 октября для того, чтобы возможно было осуществить запуск к весне следующего года, это подключение к автономной системе электропитания. Вот, наверное, это будет сегодня проверять Дмитрий Рогозин в первую очередь. Ну, именно самое интересное для нас, для тележурналистов и для наших зрителей, это то, что теперь здесь есть возможность проводить прямой эфир, и не только просто прямой эфир, но и телемост. Именно он сегодня состоится здесь, и причем в прямом эфире нашего телеканала. Дмитрий Рогозин, глава спецстроя, глава Роскосмоса, будут здесь, на космодроме Восточный, отвечать на вопросы журналистов, которые, в свою очередь, будут находиться в Москве. И происходить все это будет вот в этом самом помещении. Это монтажно-испытательный комплекс, последнее здание, которое посетит ракета перед тем, как ее уже поставят вертикально и отправят в космос. Но все рассчитывают, конечно, что это состоится весной следующего года. Насколько выдерживается темп для этого, как раз сегодня будет проверять Дмитрий Рогозин. Павел. Спасибо. На прямой связи с нами с космодрома «Восточный» был мой коллега Алексей Конопко. Туда с инспекцией прибудет сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин.